всех приветствую. Мы сегодня с вами на первом филиале на Яснополянской, дом 8. Смотрим, как проходит капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Фасад утепляют, дверные проемы расширили и укрепили балками. Внутри здания производится укладка плитки. Штукатурные работы выполнены. В настоящее время в поликлинике выполнен большой объем работ. Ведется монтаж инженерных систем, таких как водоотведение, водоснабжение, отопление, систем электрооборудования и освещения и монтаж слаботочных кабельных сетей. Система кондиционирования и вентиляции. Работы проходят в соответствии со сроками строительных работ. Оставайтесь с нами и наблюдаем за ходом капитальных работ по новому московскому стандарту.